дети читают стихи. Шиникова Маргарита, 5 лет, город Киров. Автор Ирина Токмакова. Стихотворение «Плим». Ложка – это ложка, ложкой суп едят. Кошка – это кошка, у кошки 7 котят. Трапка – это трапка, трапкой вытру стол. Шапка – это шапка, оделся и пошел. А я придумал слово, смешное слово «плим». И повторяю снова «плим, плим, плим». Он прыгает и скачет «плим, плим, плим». И ничего не значит –